Колич 18-й. И на острие в авангарде номер 17-й Марио Манджукич. Ника Ковач, главный тренер сборной Хорватии. Арбитр сегодняшней встречи Педро Проенса. Ваш комментатор на Первом канале Константин Герич. Перишич! 2-0! 2-0! Великое искушение сказать, что дело сделано, но не видно, за счет чего сборная Камеруна может вернуться в эту игру. И Иван Перишич, герой пока этой встречи, голевой передачи еще и приплюсовывает забитый мяч. Нападающий немецкого Вольфсбурга. Пока сегодня только игроки, не только сборной Хорватии, но и игроки немецкого Вольфсбурга отличаются. И Ивица Олич, и Иван Перишич обманул Перишич. Здесь голкипер очень легко ушел от свеженького Нункео. И, кстати, Итанш начал заваливаться влево от себя. А Перишич взял да ударил в ближний угол. Над правой ногой голкипера камерунской сборной. 2-0. Хорватия делает весомую заявку на победу в этой встрече. Вот так вот Итанш сделал голевую передачу на Ивана Перишича. Неудачно. На себя сейчас своих ворот. Итанш сам же себе и привез этот гол. И сделал большой подарок четвертому номеру хорватов Ивану Перишичу. Ну и как легко Перишич ушел, да? От свеженького Нункела.